Всем привет! Вы на канале Просто Детки. И сегодня у нас обзор игры Фиксики на Луну. Как-то я пропустил эту игру, не делал на нее обзор. Как же мне попасть на Луну? Кажется, я знаю, что нужно сделать. С такой ракетой я точно долечу. Ага, папа решил попасть на Луну, а мы ему в этом поможем вместе с Ноликом, да? Ого, какая ракета. Так, ну что ж, пробуем. Первый уровень. Задание пролететь 100 метров. Полетели! 3, 2, 1, запуск! Собирай энергию. Так, собирай энергию. Первый урок. Собираем энергию. Так, как нам здесь... Ага, вот так вот управлять ракетой, нажимая на стрелочки. Ого, так не так просто, она еще медленно разворачивается, да? То есть для того, чтобы куда-то развернуться, нужно заранее уже знать поворот. Потому что иначе... Нам, наверное, не хватит энергии. Вот сейчас уже поворачивать надо, да? Раз. Ух ты, а куда это? Куда это нас несет? А, это финиш. Я думал, у нас какие-то ворота плохие заносят. Молодец. Так, 100 метров, 373 энергии. Так, первый уровень пройден, и... Получается, нам, наверное, ракеты нужно улучшать, да? А, смотрите, вот скорость, поворот, бонусы, это с 4 уровня, а потом с 7 уровня. А время стрельбы... Тройная энергия и так далее, это все рано. Пока мне сегодня лучше все-таки поворот, да? Ракета лучше поворачивает. Правильно. Теперь ракета полетит быстрее. Так, ну я все-таки, наверное, поворот буду по максимуму вкачивать, потому что это важнее всего, скажем так, поначалу особенно. Так, вот энергия, начинаем ее собирать. Почему так мало энергии в этот раз? Ох ты, кактус. Облетай препятствия. Понятно. Это я, в принципе, и без помощи, наверное, знаю. Фух, чуть не впилялся. А почему так мало энергии? Это в первом уроке энергии была куча, да? Так, ну, аптечка мне не нужна, потому что я никуда не врезался. Значит, энергии нужно распоряжаться более аккуратно. Прокачивай только то, что нужно. А иначе ее не хватит на все навыки. Сколько метров? 160. Молодец! Эх, не хватило одной энергии для того, чтобы прокачать поворот. Ладно. В принципе, больше нам здесь нечего прокачивать, да? Да, нечего. Поэтому продолжаем. Так, главное теперь пролететь. А здесь сколько вообще уровней? Потому что я так подозреваю, около 100. Я их, конечно же, за один раз не пролечу. Но постараюсь сегодня в первом обзоре как можно больше уровней победить, скажем так. А, так видите, здесь за одну энергию, которую берешь, дают, ну, а на самом деле больше, не одну. То есть вот я беру, допустим, 283, взял энергию, стало 287. Теперь, да, по 7 энергии за раз. Так-то легче. А я думал, что я по одной их буду собирать. Это, конечно, было печально. Молодец! Так, хорошо. Почини ракету. А зачем ее чинить? Мы никуда не врезались. Обалдеть. Что это у нас такое поломалось? Давайте для начала протрем от пыли все вот эти разъемы, да? Замечательно. А теперь выкрутим. Умница. Поломанные вот эти вот все. Даже не знаю, как их назвать. Умница. Так, снимаем дальше. А, не, нам нужно заклеить эти
это, наверное, лампы или не лампы. Запаиваем. Правильно. Так, хорошо. И ставим новый плафон. Да, похоже на дневную лампу. Ну, может быть, это не дневная лампа. Так, давайте. Как держать? Нам еще вкрутить нужно, да, шурупы. И теперь еще две так же само починить. Умница. Не могли нам дать одну. Мы и так хорошо поняли, как ее чинить. Убираем в мусор. Теперь наносим специальное спаивающее вещество. Хорошо. Но это, скорее всего, не клей, потому что клей бы мы потом запаять бы не смогли, скорее всего. А раз хорошо это стекло, наверное, жидкое стекло наносим. Так, и ставим новый плафон. И последнее теперь. Хорошо. Буду называть это плафон, потому что все-таки, мне кажется, это лампа. Так, есть. Жидкое стекло. Хорошо. Хорошо. Папус подсказывает. Запаиваем это все. Так, ставим плафон. Я забыл первый закрутить. Вот, закручиваем, да? Умница. И третий тоже закручиваем. Отлично. Отличная работа. Молодец. А энергии нам дадут за это? Так, ну что, все готово. Ага, нет, нам нужно ракету повысить, да? А, давайте повысим все-таки поворот. Теперь ракета лучше поворачивает. Да. Еще закрыто. Так, четвертый уровень. Нам там какой-то подарок должны дать. Отлично. Задание пролететь 180 метров. Путь! Поехали! Полетели, я бы сказал, а не поехали. Так, сколько здесь энергии буду давать? Так, 132, все равно 7 энергии. Я думал, с каждым уровнем энергии будет больше. А оказывается, нет. Ох ты, тут уже летает что-то. Не просто там какой-то мусор в космосе, да? Который повыбрасывали люди. А еще и... Ну, именно, в смысле, не просто он парит. А еще и на нас летит. Может... Уклоняйся от метеоритов. Ага, это метеориты. В общем... Собирай бонусы. Ай-яй-яй. Уклоняйся. Ой. Ой. Получается, наша ракета повреждена. Нужно срочно найти еще одну аптечку. Собирай чемоданы с инструментами. О, вот оно что. Отлично. Сколько там инструментов? Эх, я не нашел все-таки жизни. Ура! Открылся новый модуль. Новый модуль? Ого. А что же это? Давайте улучшим ракету. Как здесь пока не все интересно. В магазине появилось новое улучшение. Скорее посмотри. А, я думал, нам модуль уже дали. Оказывается... Теперь тебе доступно ускорение. Ну, я не знаю, зачем мне ускорение, в принципе. Я и так лечу быстро, не всегда успеваю там увернуться, да? Ну, раз нам говорят, что оно доступно, все-таки, значит, берем его. А ящик с инструментами, это если я, наверное, проиграю, то... Полетели! Это типа как жизнь, два, да? Один! Запуск! Так, где кто? Чё ничего не вижу. Ага, вот начала энергия появляться. Опа, метеорит. Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, получилось увернуться. Но это было нелегко, я вам скажу. Ух ты! Ай-яй-яй! Ничего себе! Действительно, ничего себе. Прямо в лоб. Вот так вот. Ай-яй-яй, куда ж я лезу, да? Так вот, инструменты. Хорошо. Их уже 12. Блин. Фух, еще б немного, наверное, и взорвался я б. Так, энергии вообще мало. Смотрите, 284. Ну, скорее всего, нам просто нужно лететь дальше, да?
Почини ракету. Ага, ну да, я так хорошенько поврезался. Давайте чинить. Еще остались поломки. А, вот для чего чемодан. То есть можно самому чинить, а можно быстро починиться. Я попробую еще раз. Да, видите, это другое уже что-то. Так, для начала, что нам делать? Так, а что нам делать здесь? Заливаем опять, скорее всего. Умница! Жидким стеклом, да? Запаиваем. Молодец! Теперь там вот лопасти, я вижу, какие-то поломанные, что ли, да? Замечательно! Так, мы раскрутили. Снимаем решетку вот эту вот. Замечательно! Там как на видеокартах эти куплеры стоят. Достаем лопасть. Молодец! Ну, я бы сказал так, вентилятор, да? Ставим новый. Закрываем решеткой. Закрываем все эти болты. И что у нас теперь еще не в порядке? Я не пойму. А, вот здесь изоляция. Молодец! Не в порядке было раз. И справа два. Как держать? Все, ты дышишь? Так молодец. Бы и сразу. Чем-то похоже на приключение Нолика игра. Так, а почему опять не починено? Я ж только что чинил. Ух ты. Ладно, начнем. С чего только начинать, я даже не знаю. Так, давайте поставим сюда вот этот. Нет. Нельзя. А что нам здесь можно? А, это грязь, да? Умница! Сначала мы грязь, получается, убрали. Теперь снимаем. Что мы теперь снимаем? Молодец! Вот старую ручку это, в общем. Ставим новую. Так, еще одну, да? Хорошо, так. Изолентой мы должны вот... Хорошо. Патрубок или как его, трубу там эту сверху заделать. И заплатку на стекло какое-то. Вот так вот. И правильно. Забиваем. Все? Молодец. Порядок. Надеюсь, последняя починка. Я хочу уже полетать. Да, все здорово, можно лететь. А это будет 6-й уровень, и 200 метров нам нужно продержаться. Полетели! Получается, если не врезаешься, поехали, то и чиниться не надо, я так понимаю. А если уже врезались, то что же, будь добр, чинись. Так. Я постараюсь поменьше гнаться за энергией, за всякими плюшками, поменьше врезаться, потому что иначе... Ой-ой-ой. Потом это все очень много времени занимает. Ай-ай, не хочу. Фух. Так, там сбоку метеорит был. Ой-ой-ой. Проскочу, не проскочу. А, это метеорит. Фух, вы это видели? Совсем чуть-чуть. А, ускорение, вот оно ускорение. А, зачем мне было ускорение брать? Блин, я вообще вот сколько раз врезался. Ну зачем мне было брать это ускорение? Молодец. Теперь опять полчаса чиниться, наверное, нужно, да? Так, давайте сделаем улучшение. Так, а какое улучшение я сделаю? Мне все-таки лучше, наверное, поворот дождаться. Да, скорее всего, нужно ждать поворот. Вот эти бонусы, время действия ускорения, я не хочу пока месть прокачивать ускорение. Слушайте, а мне не заставили чинить ракету. Это что-то, конечно, случилось. Ай, блин, ну как ничего же. Себе. Ничего себе, да. Такая глыба в меня влетела.
значит, починки зависят все-таки от доброй воли разработчиков, да? Ай! Ой! Что ж ты сделаешь? Неужели я сейчас первый раз проиграю? Ничего себе! Нет, я не хочу ускорение никакое брать. Я хочу просто долететь до конца. У меня осталась одна жизнь. Ни одной аптечки не дают мне взять. Опа, куча энергии. А вот и аптечка. Фу, класс. Ура! Прилетел. Новый модуль! С полными жизнями. Повезло так повезло. И что же за новый модуль? В магазине вот. Появилось новое улучшение. Ага, скорее качают посмотри. Какие-то клапаны что-то, да? И нам, скорее всего, заставят их сразу починить потом в следующем, после следующего уровня. Теперь тебе доступно ракетное орудие. О, а это классно, люблю стрелять. Так, получается, один раз я его прокачал. Блин, я же мог прокачать поворот, ладно. И время действия стрельбы плюс одна секунда. Давайте тоже прокачаю. Так, и частота выстрелов. Ладно, я пока здесь не буду тратить всю энергию. Я все-таки сначала попробую, что это такое, вдруг оно мне не понравится. Так, восьмой уровень, 220 метров. Путь! 3, 2, 1, запуск! Итак, как пользоваться оружием? А, может это... Можно будет эти астероиды взрывать. А, ой, блин. Ой. Да что ж такое, как же так? Вообще неправильно полетел. Энергия... Уклоняйся! Да что ж вы сделаете, а? Не везет так не везет. Ой. Ну вот и аптечка. Класс. Я уже думал, все, хана мне. Вот, увернулся. Блин, не хочу я брать ускорение, но там энергия. В принципе, она же недолго действует, правильно? Опа. Ну, как видите, я... Блин, не хватило 3 энергии. А, я так и не понял, как пользоваться оружием. Мне об этом не сказали. Так, поэтому я здесь ничего не покупаю. Как же пользоваться оружием? Может, его нужно тоже собирать? Опа, уклонился. Да что ж так столько метеоритов? Да, ничего себе, правда. А вот и оружие. Получается, оно произвольно стреляет, да? Блин, жизни были. Вот, видите, то есть, пока действует оружие... Ай, я забыл, что оно уже не действует. Ой. Я могу вот эти вот препятствия... Блин, там было оружие, я его не взял. Не, классная фишка, да? То есть, дольше действует, чаще стреляет. Это прокачивать нужно. Правда, сначала нужно его как бы найти, это оружие. Но когда найдешь, можно чувствовать себя, как говорится, как у бога за пазухой, да? Так, хорошо. Молодец. И я, наверное, прокачаю все-таки оружие. Ай, только нужно чиниться для начала. Нельзя взлететь, пока не починишь. Так, ну, это первый наш обзор, поэтому я буду чинить все сам. Ага, это у нас уже было. Ну, зато я знаю, как это чинить, поэтому починю быстро. Хорошо. Если вам нужно, то просто чуть-чуть перемотайте вперед. И это можно пропустить. Так, теперь перематываю все вот здесь. Отлично. А, со второй стороны тоже с правой. Ну, почему ты не мотаешь? А, теперь снизу. Как держать? А не сверху. Откручиваем. Теперь с правой стороны у нас накрылся хорошо. Кулер. Снимаем решетку. Умница. Убираем ее в мусор. Снимаем поломанный хорошо. Кулер, скажем так. Ставим новый. Закрываем это все решеточкой. И закручиваем. Как держать? Все, тыдыщ. Ты. Правильно, тыдыщ.
Ну, пожалуйста, хватит починок. Почини ракету. Обалдеть. Так, ладно, почини я... ракету. А, видите? Здесь что-то новенькое. Давайте починим, потому что всего лишь 5 требуют починки. Да, такого еще не было. Хорошо, что я не пропустил. Так, здесь полопались какие-то эти сосуды, да? Умница. Вот, сейчас раз. Запаиваем. Отлично! Каждую трещину по отдельности, да? Как держать? Может, все-таки я сначала все так вот закапаю. Молодец! Стеклом этим. Жидким, да? Хорошо. И потом быстренько все запаяю. Умница! Так, есть. А, я понял, то видите, отлично! Внутри там все ржавое, оказывается. Детали просто изнашиваются, хорошо, ржавеют, их нужно срочно смазать маслечком. Капаем масло. Молодец. И видите, они начинают работать уже лучше. А, не заедают. Молодец. Чистенькие. Есть такое выражение, да? И работают как хорошо по маслу. Почему? Потому что они действительно работают по маслу. А если масла нет, то они ржавеют. Изнашиваются сильнее, как бы, ну и все такое прочее. Замечательно. Прищ. Молодец. Ну что же, полетели делать улучшения. Нет, сначала мне нужно улучшить. Вот, частота выстрелов и время действия стрельбы плюс одна секунда. Теперь осталось эти выстрелы самые найти, да? Так, у нас 10 уровень, а я думаю последний на сегодня. Полетели. Как и во многих похожих играх. Один. А я стараюсь по 10 уровней проходить за один раз. Потому что если пройти больше, это будет слишком долгий обзор. Пройти меньше для ровного счета как-то не складывается. Так. Куча энергии. Ай-яй-яй. Дайте мне ракетку, пожалуйста. А, ускорение. Хорошо, что я его не взял. Уклоняйся. Ну, я ж... Блин, ой, только взял и сразу попал. Нельзя было немного раньше в меня врезаться, чтобы я сразу полечился. И ни одной ракеты, как всегда, да? Когда я ее улучшил. Так, сундучок. А вот и ракета. Пожаловался. Получай. Ну, смотрите. Довольно-таки быстро. Можно на нее рассчитывать хорошо, да? Вот парочка энергии. И что? Ты дыщ! Молодец! Так, у нас все хорошо, ничего не нужно. А, поэтому я думаю, когда мы в следующий раз зайдем в эту игру, а мы сразу же полетим к новым вершинам, к новым достижениям. Ну, а на сегодня наш обзор подходит к концу. Если вам понравилась эта игра, то поддерживайте это видео своими лайками, комментариями. А, будет поддержка, буду записывать ее дальше. А, буду с вами прощаться на сегодня. А, если вы еще не подписаны, подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. А, всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Пока-пока.